В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими единороссами проверила ход замены лифтов в жилом доме номер 34А на улице Маршала Жукова. В первом из 6 подъездов работы уже завершены. Идет приемка комиссии малого лифта после его замены. Претензий со стороны жителей нет. Далее рабочие заменят малые лифты в остальных 5 подъездах дома, а затем начнется второй этап по замене грузовых лифтов.